Добрый вечер. В прямом эфире на Енисеи. Новости в студии Анастасия Лушникова. И сейчас коротко о главных событиях к этой минуте. В крае закрыты несколько почтовых отделений. В чем причина и придется ли кому-то отправлять письма голубями? Сейчас, чтобы купить газету, то мне нужно специально ехать в город, чтобы купить отцу газету. Посылку в город. Все в город. Все туда надо ехать. Это разве нормально? Центр в пробках. Новое перекрытие на улице Ленина добавило проблем красноярским автомобилистам. Ну теперь буду знать, что перекрыто, буду другим путем ехать. Со стороны виднее. Известный блогер прогулялся по Красноярску с мэром. Чем удивили заезжего критика? Илья Варламов, вот для меня это ни в коем образе не критик. Это эксперт, который имеет свое видение. В Ирбейском районе фермер разводит племенных рысаков. Зачем ему это нужно? Вы видели рост, холки, длина и красота орловца. Красноярцам пришлось понервничать и нервничают до сих пор. На работу, с работы, по делам сегодня практически все преодолевали огромную пробку в центре. Очередной участок дороги, а именно два квартала, на Ленина перекрыли прошедшей ночью. Машины и автобусы двигались со скоростью улитки и поэта, а также и по соседним улицам Сурикова, Винбаума, Мира, Маркса. Водители еще не освоили новую схему движения, наиболее находчивые не разузнали пока объездные пути, а кто-то и вовсе забыл или не слышал о перекрытии. Неразберихи на дороге добавляло и безответственное поведение некоторых автомобилистов. Несмотря на выставленные бетонные блоки и знаки «Движение запрещено», они зачем-то рвались на закрытый участок улицы. Вот сейчас на часах 8:30, и обычно к этому времени напряжение на дорогах спадает, смотрю на карту, вижу, что буквально полчаса назад картина была багровая, сейчас уже полегче, желтый цвет на этом участке дороги. Но вот в самый эпицентр событий, чтобы понять, как же на самом деле, мы отправили Марию Антюшеву на связи со студией Маша. Маш, подскажи, пожалуйста, что видишь, как движение? Неужели все равно водители рвутся в центр города? Анастасия, я нахожусь в самой точке перекрытия, на перекрестке Ленина и Парижской коммуны. И сейчас здесь, конечно, стало намного свободнее, потому что я была тут 2 часа назад, и это был настоящий транспортный коллапс. Тут никто не мог проехать, водители сигналили и ругались друг с другом. А пробка начиналась от стрелки на Ленина и дальше проходила и растекалась по основным улицам центра. По Мира, по Маркса, по Ады Лебедевой, по Марковского, и даже по улице Коммунальная, которая проходит уже совсем рядом с Качей. Сейчас движение здесь довольно плотное для этого времени суток, но все равно проехать уже можно. А сегодня днем, кстати, многие водители пытались ехать прямо по перекрытой территории, потому что там не хватало бетонных блоков. Но вот сейчас я вижу, что рабочие и дорожные уже исправили свою ошибку, и теперь этот проезд действительно полностью закрыт. Сегодня в социальных сетях был целый водопад жалоб от горожан на то, что они простояли в пробке огромное количество времени, не смогли вовремя попасть по своим делам. Поэтому я хочу напомнить всем автомобилистам, Ленина перекрыта от Парижской коммуны до Винбаума. Хотя это всего 2 квартала, но это создает реальные проблемы. Поэтому желательно, чтобы все автомобилисты сегодня вечером изучили карту города и на завтра спланировали свои маршруты так, чтобы объезжать центр и это место по возможности как можно дальше. А на этом у меня все. Анастасия, передаю вам слово. Да, Маш, спасибо большое. Действительно, там у тебя плотное движение. Надеюсь, что в ближайшее время пока никто не ринется в центр. И вот такое более или менее свободное, не такое плотное, как днем, оно останется. Продолжим выпуск. Также дорожная тема. И напомню, что этот участок Ленина ремонтники обещают открыть 5 августа, но вскоре жителей краевого центра ждет, пожалуй, не менее серьезное перекрытие этого лета. Чтобы достроить развязку на Волочаевской, полностью закроют улицу Копылова. Проехать будет нельзя по очень большому участку от Ладоки Схавели до Гаденко. Точная дата перекрытия неизвестна. Пока понятно только, что на эти работы потребуется не меньше 2 месяцев. А это значит, что Копылова будет закрыта и в сентябре, когда начнется учебный год, и большинство красноярцев вернется в город из отпусков.
В Ачинске с движением все в порядке, и даже посылки доставляют вроде вовремя, но вот до адресатов они не доходят. Около 100 посылок из Китая оказались вскрытыми. Брошенные пустые пакеты нашел прохожий, который, по иронии судьбы, не получил своего заказа. Молодой человек написал про это в социальных сетях. На сообщение обратили внимание сотрудники полиции. Они изъяли все собранные вскрытые посылки и начали проверку. Как оказалось, все дело в любопытном почтальоне. Местная 52-летняя жительница отработала всего один месяц. И это ее первая в жизни работа и уже с плохой рекомендацией. Женщина оправдывается, что вскрыла посылки из любопытства, а не ради желания обогатиться. И действительно, во время обыска в ее квартире никаких вещей обнаружено не было. Сейчас сотрудникам полиции предстоит встретиться с каждым, кто не получил посылки. Стражи порядка посчитают общий ущерб. И если он превысит 2500 рублей, то горе-почтальоншу будут ждать уже не административный штраф, а уголовная ответственность. Сотрудникам межмуниципального отдела МВД России Ачинске установлена личность гражданки, причастной к совершению данного преступного деяния. Сотрудниками полиции проводится по данному факту проверка, по окончанию которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. А вот в Каннском районе и вовсе люди могут остаться без почты. Сразу в нескольких населенных пунктах закрыли отделения. Люди не могут получить пенсию, оплатить услуги ЖКХ по месту жительства. Пора ли вспомнить о голубиной почте или еще есть надежда на существование отделений? Надеюсь, ситуацию прояснит наш корреспондент Леонид Юрков. Сразу в нескольких населенных пунктах Каннского района закрылись отделения почты. Люди не могут получить пенсию, не могут отправить посылку, получить любую другую корреспонденцию. Почему же так произошло? Мария Яковлевна уже 8 лет на пенсии. Положенные ей выплаты всегда получала в местном отделении почты. Каково же было удивление женщины, когда в начале июля она наткнулась на закрытую дверь. Сказали, чтобы в Каннск ездить и получать пенсию. Но это ж так неудобно было. Надо было, во-первых, до туда доехать и обратно. А был очень сильный дождь. Я поехала, по крайней мере. С такими же проблемами столкнулись и другие жители села, которое в районе является вторым по численности населения после Каннска. Во-первых, я всегда отцу покупала газеты, потому что отец у меня старый, и он любит читать. А сейчас, чтобы купить газету, то мне нужно специально ехать в город, чтобы купить отцу газеты. Посылку в город, все в город. Все туда надо ехать. Это разве нормально? Без почтовых отделений совсем никак, уверены люди. Нельзя допустить их сокращения. Ясность в ситуацию внесли сотрудники Красноярского филиала. Говорят, это не сокращение, а временные неудобства в связи со сменой коллективов в Чичиульском и Анцирском отделениях. Клиенты отделений Анцирь и Чичиул временно переведены на обслуживание надомными почтальонами. А в настоящее время кандидаты на должности начальников отделений почтовой связи проходят обучение, после чего отделения начнут работу в привычном режиме. Проще говоря, пенсию будут приносить на дом, либо приглашать за ней в местное отделение, но в специально отведенное время. За услуги ЖКХ, к слову, можно расплатиться почтальоном. У них для этого есть специальные кассы. То есть вот это смартфон, это печатающее устройство для выдачи чеков. Значит, здесь можно принимать платежи по федеральной системе «Город». Но условия, чтобы на смартфоне был устойчивый канал связи. Точно такая же обстановка еще в одном Балахтинском районе края. Работники почты особенно подчеркнули, что ни о каком сокращении почтовых отделений не может идти и речи. Перебои в работе временные. Как только новый персонал пройдет обучение, все вернется на свои места. Леонид Юрков, Александр Шумилин, Енисей, новости. По Красноярску вместе с мэром прогулялся столичный блогер Илья Варламов. Подробности после рекламы. Смотрите новости на Енисей. Мы продолжаем выпуск. Серьезная авария произошла на Базаихе в Красноярске. ДТП случилось в районе дома номер 31 на улице Верхняя. Пьяный 20-летний водитель, у которого в салоне сидели ребенок и девушка, по словам очевидцев, ехал по гравийной дороге. Молодой человек не справился с управлением и врезался в столб. Затем протаранил припаркованный рядом автомобиль, после чего машина, за рулем которой он находился, опрокинулась. В результате аварии пострадали пассажиры. 34-летнюю девушку и 3-летнего малыша доставили в больницу. Но госпитализация им не потребовалась, слава богу.
И вот правильному поведению на дорогах учить, видимо, надо с детства. Поэтому и стартовал сегодня, как нельзя кстати, федеральный проект «Навстречу безопасности». Наглядно в детских лагерях Красноярского края объяснят, как вести себя в разных дорожных ситуациях. Для примера разворачивают даже целые дорожные городки. Ярослав Цимбал тоже решил подтянуть свои знания ПДД и теперь ими готов поделиться и с нами. Когда мы переходим дорогу, и у нас автомобиль, вот, например, как сзади вас стоит один, и один спереди вас. Ой. Надо в обе стороны смотреть, на оба автомобиля или только на один? На лево и направо. На оба автомобиля. Коридоры детского летнего лагеря превращаются в опасную дорогу с пешеходными переходами, автомобилями и настоящим светофором. Здесь необходимо быть внимательным. Ребят учат соблюдать правила дорожного движения. Дети уже с малых лет знают, что не стоит ориентироваться только на светофоры, а лучше лишний раз убедиться, что тебя пропускают. Нужно сначала посмотреть две стороны, потом пройти на середину и еще посмотреть. И ну, чем больше мы смотрим, тем безопаснее. Такие наглядные уроки проводят организаторы федеральной кампании «Навстречу безопасности». Они ездят по всей России и посещают детские лагеря, школы и детсады. Теперь приехали и в Красноярский край, привезя для наглядности целый городок. Организаторы акции возят с собой даже вот такой складной макет автобуса. С его помощью детям объясняют, что, покинув общественный транспорт, необходимо переходить дорогу позади автобуса. Причем для этого необходимо подождать, пока он отъедет от остановки. Помимо обучения ребят, специалисты признаются, что необходимо вести беседы и с родителями, которые управляют автомобилями и пренебрегают правилами безопасности. Поэтому кроме детских лагерей, акции будут проходить в перинатальных центрах и родильных домах. К сожалению, пока еще уровень дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети, у нас достаточно высок. И здесь, безусловно, нам всем, и водителям, и обществу есть еще над чем, скажем так, работать. К сожалению, практика показывает, что основными причинами таких дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети, это нарушение скоростного режима, выезд на полосы встречного движения. Любые меры хороши для того, чтобы уберечь детей от происшествий на дороге. Существует целая программа по снижению ДТП с погибшими, расписанная до 2030 года. Дорожные инспекторы фиксируют, что благодаря различным профилактическим мероприятиям пострадавших в авариях реально становится меньше. За этот год, за 6 месяцев мы фиксируем снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествий людей на 35 человек. Количество людей, которые получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось у нас на 403 человека. И если оценивая и проводя анализ, то мы видим, что за последние 12 лет мы наблюдаем на территории края самую низкую аварийность, которая происходит на дорогах. Российская Федерация на протяжении последних 10 лет, наверное, сделала больше в области безопасности дорожного движения, чем какая-либо другая страна. При том росте автомобилизации, который был это десятилетие, мы снизились практически на 40% в жертвах. Такими цифрами не то, что никто не может похвастаться, но даже близко приблизиться. Организаторы федеральной кампании путешествуют по России на специальном автомобиле, который укомплектован современным оборудованием и материалами для обучения детей правилам дорожного движения. На нем объехали уже 6 регионов. После Красноярска машина отправится в Минусинский район. Там полно детских лагерей, где тоже развернут дорожный городок. Ярослав Цимбал, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. И более подробно о проекте, его необходимости и важности смотрите в программе интервью. Сразу после этого выпуска новостей на вопросы нашего телеканала ответила Наталья Агре, президент экспертного движения Центра движения безопасности. Не пропустите в 21:15 сразу после программы новости. И продолжая выпуск, жители Енисейска еще не скоро вздохнут с облегчением. Город все так же под плотной завесой едкого дыма. Накануне мы рассказывали о том, что из-за пожара на мусорном полигоне задыхаются не только жители этого города, но и близлежащих населенных пунктов. К сожалению, сегодня ситуация не улучшилась. И на связи с нами наш собственный корреспондент в Енисейске Анжелика Александрова. И вот что она рассказывает о том, как дышится в Енисейском районе. В Енисейске по-прежнему сохраняется режим ЧС. Третьи сутки на свалке твердых коммунальных отходов в круглосуточном режиме дежурят сотрудники пожарной службы. Площадь полигона 10 гектаров. И всю эту территорию пожарные разделили бульдозером на небольшие секторы, чтобы проливать участки водой. Огонь распространился на 130 квадратных метров. Это очень большая площадь возгорания. Огонь удалось бы потушить быстрее, если бы было больше тяжелой техники, но пока в распоряжении сотрудников МЧС только один бульдозер.
уже завтра им обещали выделить экскаватор, тогда пожарные смогут рыть котлованы, наполнять их водой и сбрасывать туда горящий мусор. Сейчас в городе и его окрестностях по-прежнему очень дымно. Хорошо бы помог спасателям дождь, но пока на улице очень жарко, по крайней мере сегодня температура воздуха была плюс 30 градусов. Еще и временами ветер. Мы держим руку на пульсе и следим за ситуацией. Спасибо большое, Анжелика. Надеемся, что погода все-таки поменяется в пользу жителей Енисейска. И к другим темам. Известный столичный блогер Илья Варламов зачастил в Красноярск. Как и было решено в социальных сетях, Илья сегодня прогулялся с главой города Сергеем Ереминым по улицам Красноярска. В этот раз блогер оценивал наш город в рамках его нового проекта «Прогулка с мэром». И наш город один из первых откликнулся на призыв принять в нем участие. Маршрут выбирали случайным образом. Выбирал компьютер, выдается точка старта и конечный адрес. Главное условие – передвигаться можно только пешком или на общественном транспорте. Илья с градоначальником свой путь начали с Мира 128, затем пошли по Робеспьера, по Ленина и Декабристов. Затем вышли на набережную и прогулялись мимо администрации, где и сели в автобус и уже доехали до Предмостной площади. Оттуда прошли немного по Красноярскому рабочему, до конечной точки, до мемориала «Кандальный путь». Блогер признался, что следит за развитием Красноярска. Самый главный момент. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду, не будет заборов в том количестве, в котором они есть сейчас, и их не будет дальше. Вот. То, что в прошлый раз люди хотели собирать митинг, вот, Сергей Васильевич сказал, что он будет, если будет митинг, он первый на этот митинг придет, потому что он тоже крайне против заборов, и на новых улицах их ставить не будут, а на старые будут демонтировать. Заборная вот болезнь у нас такая есть. Да. Поэтому те ребята, кто делал сувениры с заборами, пытаясь сделать это символом Красноярска, они, к сожалению, уже будут скоро не актуальны. С общественным транспортом у вас все грустно. Но, в принципе, состояние, конечно, общественного транспорта, оно неудовлетворительное. До сих пор ездят пазики, которые изобрели, чтобы гробы и картошку в деревнях возить, а у вас возят людей. Илья Варламов, вот для меня это ни в коем образе не критик. Это эксперт, который имеет свое видение. Для меня он, и почему я сразу откликнулся на эту встречу, потому что мы видим, вот сейчас видим образ нового города Красноярска. Для того, чтобы сегодня идти вперед. Археологические раскопки в центре Енисейска. Что удалось найти ученым, расскажем после рекламы. Новости на Енисее продолжаются, и сейчас к другим темам дня. В Красноярске открывается выставка, посвященная Дмитрию Хворостовскому. Более 300 экспонатов, собранных с помощью его родных и близких, расскажут о жизни и творческом пути великого баритона. Что нового смогут узнать о посетители о певце, известному всему миру, в сюжете Марии Антишевой. Не только послушать один из лучших голосов мира, но и увидеть костюмы, в которых выступал Дмитрий Хворостовский, можно в этом зале Юдинской библиотеки. Здесь удалось собрать реквизит, фотографии и программки со всех знаковых опер, в которых участвовал знаменитый сибиряк Евгений Онегин, Травиата, Трубадур, Пиковая дама. Здесь свидетельство того, как он исполнял свои арии в Метрополитен опера и в Ласкало, арии, которые впервые прозвучали в нашем Красноярском театре оперы и балета. Опять же его слова, что я всегда ощущаю себя послом России. И с яростью ее защищают, если они говорят с иронией или нападают. Первым посетителем экспозиции стал глава региона Александр Ус. Он побывал во всех 5 залах выставки. В этом, например, собраны свидетельства международного признания Дмитрия Хворостовского. А здесь единственный существующий портрет певца, для которого он позировал. Его написал красноярский художник Анатолий Левитин еще в 91 году. Автор работал над ним 1,5 года. Уже тогда знаменитый исполнитель так много гастролировал, что с трудом находил время для встреч с живописцем. Специалисты, составлявшие экспозицию, хотели подчеркнуть, что свое превосходное музыкальное образование, которое повлияло на всю его дальнейшую жизнь, Дмитрий Хворостовский получил именно в Красноярске. Поэтому в этом зале собраны и его дипломы, и его многочисленные награды.
Много внимания авторы выставки уделили и семье Дмитрия, его теплым и доверительным отношениям с родителями, а в частности с отцом, который ввел его в мир музыки практически с рождения. Александр Степанович собрал огромную коллекцию записей мировых оперных звезд. Их голоса звучали в доме Хворостовских всегда. Такое впечатление, что Дмитрий на самом деле совсем рядом. Я вспоминал его последний приезд, потом проводы его в аэропорту. Но мне даже почему-то не вспомнил его уход в Москве, когда мы с ним прощались навсегда, потому что, ну, правда, он вот через эту экспозицию, он жив для нас. Есть на выставке и зал, посвященный концертной деятельности Хворостовского и его совместному творчеству с другими великими музыкантами России и мира. Для всех посетителей выставка откроется в этот четверг и проработает в библиотеке Юдина не менее года. Мария Антюшева, Павел Потылицын, Енисей, новости. Докопаться до истины в прямом и переносном смысле этого слова. Именно такая задача стоит перед археологами в Енисейске. Центральная улица города превратилась в один большой раскоп, где ученые ищут ценные артефакты, скрытые глубоко под землей. Удалось ли найти хоть что-то со времен Енисейской губернии? Раскопки вела Анжелика Александрова. Несколько недель такую огромную территорию расчищают археологи. О том, что это центральная улица Енисейска, напоминают разве что таблички с адресом на домах. До октября дорожники здесь должны отремонтировать проезжую часть, проложить подземные коммуникации и оборудовать систему водоотведения. Но в городе памятники, внесенном в список ЮНЕСКО, нельзя просто взять и начать копать тяжелой техникой. Сначала ученые детально изучают все, что скрывается под землей. Причем, чтобы не повредить ценные артефакты, работают только вручную. Совочки, лопата, кисточки. Потихонечку снимаем слой. Будем расчищать, смотреть, что, как доставать. Все аккуратно будет. Это же очень интересно. Для жителей даже интересно будет. Что найдем, как люди раньше жили. Все это же любопытно. Работы очень много. Протяженность участка почти 1,5 километра. Пока оборудовано 4 раскопа, которые разделены на секторы. Так легче фиксировать, где конкретно обнаружены находки. Тут же все сортируют, а самые ценные экземпляры отправляют для дальнейшего изучения в Красноярск. Главная задача археологов – найти тот самый культурный слой, который может находиться и на глубине до 3 метров. Пока раскопали только примерно около метра, это вот половина почти меня, попадается только щепа, предположительно, конца 20 века и кости различных животных. Но надежда на то, что ценные артефакты глубоко скрыты под землей, все-таки есть. Были найдены несколько ценных монет конца 18 века, которые сейчас направлены для дальнейшего исследования в камеральную лабораторию. Культурный слой – это те следы, которые остались от жителей Енисейской губернии с 17-го столетия. Известно, что и раньше на этом месте точно так же проходила центральная дорога. По словам ученых, за 400 лет она ушла под землю минимум на 5 метров. Чтобы точно определить историческую глубину, сначала копают шурфы – глубокие ямы. В данный момент мы только выходим на культурный слой. Соответственно, мы снимаем подушку ПГС, то есть это песчано-гравийная смесь. То есть, ну, уже кое-какие находки есть. Конечно, очень интересные находки, но найдены монеты 19-18 века. Очень ценный мезотический материал, который дальше поможет нам датировать, соответственно, сооружение здесь дороги. Несмотря на то, что местами снято уже до 1,5 метров дороги, полевые работы только начаты археологами. В конечном итоге будет создан точный макет того, как выглядело это место несколько столетий назад. По характеру находок установят, что же располагалось вблизи дороги и чем здесь занимались наши предки. Правда, пока неизвестно, как долго еще придется копать ученым. Главное успеть как минимум до середины августа, чтобы дорожники смогли оборудовать трассу до сезона дождей. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов, Енисей, новости. Красивый город своими руками, однако это уже не про Енисейск. В краевой столице набирает обороты общественное движение «Красноярск неравнодушный». Все больше горожан по собственной инициативе берут в свои руки благоустройство улиц, дворов и парков. Почему именно такой подход считают самым правильным и эффективным, знает Алина Штоколова. Это лето уже называют переломным моментом и настоящей революцией в благоустройстве города. Сами красноярцы активно включились в процесс преображения улиц, парков и собственных дворов. Набирает обороты новое движение под названием «Плогинг». Теперь люди не просто занимаются бегом, но и собирают при этом мусор. Началось все с пары девчонок-активисток, но после того, как они рассказали о том, что делают, к ним присоединились сотни неравнодушных горожан. Очень хочется, чтобы наш город приобрел вот именно тот вид, который стал тем, что мы видим, выезжая на какие-то международные соревнования в Европу. Да? Там все очень красиво, очень чисто, и мы так любим жаловаться, что у нас не так. А на самом деле стоит-то всего лишь начать с себя, с простых действий.
С душой стали подходить люди к благоустройству собственных дворов. Кто-то разбивает у подъездов клумбы и высаживает цветы, а кто-то создает настоящую сказку. В таком месте бросить что-то мимо урны просто рука не поднимается. Да и относятся горожане к плодам собственного труда обычно очень бережно. Вот и получается, что такой инициативный подход самый эффективный. А еще он становится популярным. Два месяца назад появился новый проект «Красноярск неравнодушный», созданный газетой «Городские новости». Он смог объединить людей, которым не все равно, что происходит в их городе. И с каждым днем их становится все больше. Это люди, которые благоустраивают территорию не только в своем дворе, но и в целом в Красноярске. Люди, которые разными способами помогают Красноярску быть чище, красивее и становиться лучшим городом. В числе неравнодушных красноярцев и его глава Сергей Еремин. Вместе с горожанами он чистит берега Енисея. Великая Сибирская река должна стать главным проспектом краевой столицы, но для этого людям нужно постараться. Слишком долго мы засоряли берега. Теперь настало время собирать мусор. И самое главное, горожане это тоже понимают. Самые активные из них сегодня встретились с главами города и края, чтобы вместе обсудить, как дальше должен преображаться Красноярск. Это, наверное, определенная, даже где-то уже определенная новая эволюция города. Мы действительно со своей стороны предпринимаем в этом году при вашей активной поддержке очень много. Это наше, наверное, тоже основной такой вклад и внутреннее наше ощущение такое, чтобы работать с нашими горожанами и привлекать их как можно больше к благоустроительной работе, мы должны продемонстрировать это на свои примеры. Начни с себя. Глава региона Александр Ус подчеркнул, приводить город в порядок нужно будет не один год. И чем больше людей включатся в этот процесс, предложат свои идеи и поделятся своими силами, тем красивее и комфортнее будет Красноярск. Никто не должен оставаться в стороне. Вот это лето стало и станет, безусловно, для всех нас, и власти, и обычных людей, но таким переломным моментом в активизации того, что мы называем преображением города. Вы знаете, что и видите действительно, сколько сегодня делается в наших улицах, площадях, мостах. Все эти серьезные усилия, все эти вложения будут давать не тот результат, если эти усилия не будут поддержаны всеми горожанами, которые действительно осознают, что надо улицу вести у своего порога. Людей, которые хотят видеть Красноярск красивым и при этом не сидят сложа руки, конечно, становится больше. Но пока осознание того, что город начинается с тебя, пришло далеко не ко всем. Можно, конечно, и дальше считать, что благоустраивать город должна администрация, приводить в порядок дворы, обязаны управляющие компании, продолжать мусорить и не принимать участие в субботниках. Но согласитесь, возвращаться домой гораздо приятнее, когда по дороге тебя встречает настоящая сказка. Сотворить такое вряд ли способен даже самый лучший дворник. Так что красота того места, где мы живем, полностью в наших с вами руках. Алина Штокова, Максим Галатый, Александр Ермашенко, Енисей, новости. Удивительные кадры редких животных. Кто попал в видеоловушки Саяна Шушенского заповедника? Расскажем через минуту. Новости на Енисее продолжаются. Внимание! Вас снимает скрытая камера. А в Саяно-Шушенском заповеднике на юге края появились видеоловушки. Ранее на его территории уже установили полсотни единиц фотоаппаратуры, а в этом году к ним прибавилось 30 видеокамер. Все они снабжены датчиками движения, поэтому включаются только когда мимо проходит животное. Теперь у работников заповедника есть уникальные кадры, как снежный барс трется мордочкой о ветку, только что видели, или как самка козерога выгуливает среди камней своих малышей. Прелесть. С помощью видеозаписи специалисты уточняют ареал обитания животных, изучают повадки, выясняют поголовье того или иного вида в заповеднике. Например, уже стало известно, что количество сибирских горных козлов за последнее время заметно увеличилось. Видео более полезнее, потому что мы можем видеть, как ведет себя животное, то есть как оно делает какие-то, либо если это барс, метки, с какой стороны подошел, куда пошел, как бы это по видео более подробно это можно увидеть.
Каких коней можно пасти табуном, а каких лишь по отдельности? Ответ знает фермер в Рубейском районе. Он разводит племенных рысаков, его животные участвуют и побеждают в скачках. Почему с беговыми лошадьми сложнее, чем с обычными? И за что их особенно любят хозяева? Теперь знают и наши корреспонденты. Давай, давай, молодец. Конь орловской породы взрывает копытами грунт. Пастись в открытом поле с другими животными такого не пускают. Только на специальной площадке и только в одиночку. Если рядом окажется другой жеребец, драка неизбежна. Носиться кругами, кстати, его никто не заставляет. Стоит парню выйти из стойла, и сама природа зовет его бежать как можно быстрее. Жеребец по кличке Прибрежный Лог. Возраст 10 лет. 2 года являлся победителем элиты края. Лошадьми Виктор Стайси занимается почти 40 лет. Сейчас у него 28 рысаков, и характер у каждого боевой. Или, как он сам говорит, яровитый. Даже опытному работнику фермы сложно удержать на привязи племенного скакуна. Породы две – русская и орловская. Причем вторая – главная страсть хозяина. Вы видели рост, холки, длина и красота орловца. А это остальные 150 животных Виктора Николаевича. Обычные лошади нужны для разведения. Сами они в бегах не участвуют, но вполне могут родить будущего чемпиона. Кстати, стоит конь для скачек, как автомобиль, 300-350 тысяч рублей. Но чтобы вырастить его, нужно вложить едва ли не столько же. Большого, как бы сказать, дохода не приносит. Большого. Ну, дело в том, что как бы мы без них уже не можем. До того мы втянуты в них. Жеребят вы куда потом? На разведение или? Да, по-всякому. Ну, в основном на разведение. Мы этим делом не занимаемся, на мясо. Оценить, пригоден ли жеребец для скачек, можно на 2-м-3-м году его жизни. В это время уже видно, насколько конь быстрый, насколько умный и насколько поддается обучению. Иногда характер у животного бывает таким горячим, что он никакого наездника к себе не подпустит. Ведь рысаки – самые гордые и свободолюбивые из прирученных человеком зверей. Мария Антюшева, Вячеслав Власенко, Андрей Крупнов, Енисей, Новости. И к этой минуте это были все новости. Своей информацией делитесь по телефону 236-0136. Комментарии оставляйте на сайте enisei.tv, а также в социальных сетях.